Дорогие друзья, всем здравствуйте! Давно мы не встречались с вами в программе «Народное качество». А между тем, до конца зимы осталось всего каких-то 2 недели, и на них выпадают праздники 23 февраля и 8 марта. А сегодня и вовсе день Святого Валентина, праздник, который 14 февраля отмечают влюбленные во многих странах мира. Какой еще праздник вы там придумали, спросят многие из вас. А еще добрая половина заметит и будет права. В России есть свой праздник. 8 июля – День семьи, любви и верности. А почему бы не воспользоваться возможностью поздравлять своих дорогих и любимых людей чаще? Тем более, что в День Святого Валентина ну просто невозможно устоять и не купить валентинку или, скажем, шоколадное сердечко и подарить тому, кто тебе так дорог. День всех влюбленных. Отмечаете? Конечно, отмечаем. Ну как? Сначала мы за покупками сходим, а вечером уже с любимым человеком поужинаем. Ну, может быть, еще что-то будет. Конечно, есть смысл исправлять и поздравить. Это же приятно в любом случае получать такие слова какие-то приятные. Надо просто всех поздравить, всех обзвонить, сказать, что всех любишь, напомнить о себе. Поздравил уже жену, дочку и всех своих близких. Первое – валентинки, а потом цветы, конечно, сейчас куплю. Вот пришел за цветами. Я считаю, что это не наш, не русский праздник. Я считаю, что День влюбленных у нас день любви, семьи и верности, который у нас День Петра и Февронии. Поэтому это дань моды. Праздник-то нормальный. У меня сын приготовил вот такую валентинку. Как она называется? Ой, вот такая валентинка. Вот такая валентинка. Просто как бы написал сообщение своей девушке и все. Поздравил. Что валентинка, цветы, конфеты, все стабильно, стандартно. Поздравляю свою маму, сестру, девушку. Дарю в основном валентинки и конфеты. Ну, чтоб сильнее любили друг друга. И чтоб все было у них хорошо. Никогда сильно не ссориться, не ругаться по пустякам. Жить счастливо и не обращать внимания на мелочи. Любви и счастья, чтобы не предавали друг друга. Все, это самое главное, чтобы не предавали. Не расходиться, жить в счастье, в любви и проводить вместе время. Ну, без любви никак нельзя прожить вот так. И, конечно же, какой праздник без цветов? Да никакой. И уже сейчас пора подумать о букетах для мам, бабушек, дочек на 8 марта и для своего защитника на 23 февраля. Кстати, мужчинам тоже дарят цветы. В последнее время популярно преподносить в подарок цветы в горшках. Ну а что, практичный подарок. Радовать глаз он будет значительно дольше. Цветы могут рассказать нам о чувствах другого человека, когда обычные слова оказываются бессильны. Розы, лилии, тюльпаны, орхидеи и хризантемы – прекрасные посредники в общении. Они дарят радость, помогают выразить чувства, олицетворяют любовь и нежность. В магазине «Цветочница» вы сможете приобрести горшочные или срезанные цветы, герберы, гиацинты, нарциссы. Здесь найдется цветок на любой вкус. Украсить подарок помогут специальные декоративные фигуры и праздничная упаковка. Любите оригинальность? Подарите необычное горшочное решение. Модная новинка – яркий парариум. В магазине «Цветочница» каждую неделю новые поступления. Большой выбор горшков, аксессуаров и удобрений. Также в преддверии весенних праздников в «Цветочнице» вы всегда сможете найти свежие тюльпаны. И если от обилия цветов разбегаются глаза, выберите подарочные сертификаты. Точно не промахнетесь. Магазин «Цветочница» находится по адресу улица Амурская, 32, район автовокзала. Коль скоро праздник всех привлекательных и обаятельных женщин, то хочется сказать вам, дорогие мужчины, что подарки для нас нужно готовить заранее. Психологи рекомендуют даже не стесняться спрашивать, чего бы хотела ваша вторая половина, мама и дочка. Но от себя могу смело заявить, чему будет рада, пожалуй, любая женщина, так это ювелирному презенту. Женщины и украшения неразделимы. Меняются времена, но любовь к золоту и серебру только крепнет. И сегодня для того, чтобы удивить женщину стоящим подарком, можно обратиться в ювелирный магазин «Золотая стрекоза». Здесь вы подберете шикарное изделие, идеально подчеркивающее красоту женщины. Выбор впечатляющий. Ювелирные украшения из белого и желтого золота и серебра, с драгоценными камнями и без. В магазине «Золотая стрекоза» действуют праздничные скидки. Каждый может выбрать подарок к весеннему празднику, ко дню рождения или к юбилею. Беспроигрышным вариантом в любом случае будет украшение с бриллиантом или жемчугом. Оно подходит к разным образам и стилям в одежде.
золотой стрекозе вы найдете легкое и утонченное украшение для девушки. Чудным презентом женщине станет изделие с массивными камнями и витиеватым дизайном. Для деловой леди подойдет лаконичное и стильное украшение, поэтому с ее костюмом будут прекрасно сочетаться классические браслеты и броши. Дамам романтичным наверняка понравятся кулоны, серьги и кольца в виде различных цветов, бабочек или сердечек. Какой бы подарок вы ни выбрали, помните, что ювелирное украшение – это память. Оно всегда будет напоминать о вас и ваших чувствах. Золотая стрекоза, площадь Ленина, 4 и торговый центр «Авиатор». Впереди весна и самое время перестать налегать на обильное питание и переходить на обильное занятие спортом. Избавляться от жирка, который помогал нам согреваться в холода. Хорошим дополнением к фитнесу и правильному питанию станут косметологические процедуры. При этом очень важно понимать, для чего вам тот или иной вид манипуляции со своим здоровьем и внешностью. Не пренебрегайте сведениями о противопоказаниях, доверяйте только сертифицированным специалистам. Прошло всего 11 месяцев с того момента, как в Артеме открылся Центр медицинской косметологии «Амик». За это время он уже приобрел большую популярность среди жителей города. У одних клиентов завоевал симпатию и доверие, у других – резкую критику. Итак, обо всем по порядку. В социальных сетях стали появляться отзывы посетителей Центра медицинской косметологии. В них люди дают высокую оценку профессионализма работников, делятся советами и впечатлениями. Есть и такие, кто жалуется на навязывание ненужных процедур. Мол, прямо на месте предлагают клиентам оформить беспроцентную рассрочку. Мы решили проверить, как там все устроено на самом деле. Светлое, уютное, просторное помещение. В центре внимания посетителей содержательный и красиво оформленный уголок прав потребителя. Здесь, как и положено, и лицензии, и сертификаты. Книга отзывов в свободном доступе. Люди приходят сюда по звонку приглашению или по рекомендации своих знакомых. Их встречает приветливый персонал и провожает в кабинет врача, где и проводят консультацию и диагностическое исследование, а также дают подробную и объективную оценку имеющихся проблем. Не просто так мы приглашаем клиента. Конечно, мы предоставляем бесплатные консультации, это бесплатная диагностика, это и бесплатная процедура. Да? Мы выявляем потребности коллегиально с нашим доктором, инъекционистом и непосредственно с самим клиентом. Да? Первоначально, какое желание у клиента, какое желание у женщины и у мужчины также, что в первую очередь он хочет получить. Я всегда тоже отношусь к этому очень лояльно, я всегда задаю вопрос, что для вас первоначально важно. И человек отмечает ту зону на лице, с которой бы он начинал работать. И мы уже коллегиально решаем и приходим к тому мнению и к тем процедурам, которые мы будем выполнять, чтобы человек получил максимальный результат и максимальный эффект на гораздо более длительный промежуток времени. Данное медицинское учреждение отличается от привычных нам больниц и клиник. Здесь нет кабинета, скажем, терапевта, да и УЗИ органов не сделать. Но в прескуранте услуг мы нашли сотни других наименований. Это общеклинические и биохимические исследования, определение гормонов, онкомаркеров и многое другое. Услуги этого центра, хотя и входят в число медицинских, однако в большинстве своем направлены на исправление внешних недостатков и проявлений. После недолгой беседы с руководствующим составом узнаем, что косметология в АМИК представлена как новейшими возможностями, так и методиками, ставшими золотым стандартом в эстетической медицине. Косметология эстетического характера, многоступенчатые программы, инъекционные направленности абсолютно. Все мы делаем манипуляции, такие как и ботулотоксины, и мезотерапия, биоревитализация, нити, контурная пластика, филлеры и аппаратная косметология. Практически в каждом кабинете медико-косметологического центра встречаем мастеров с серьезным опытом в отрасли индустрии красоты. Одна из них – врач-дерматокосметолог Татьяна Ильченко. Словно добрый волшебник, она преображает внешность и внутренний мир своих пациентов. Проводит эффективные процедуры, которые уже стали конкурентами пластическим операциям. К примеру, безоперационная подтяжка нитями. Когда пациенты у нас хотят подтянуть овал лица, сделать выраженность носогубных складочек, складочек марионеток меньше. Вот такие ниточки будут им очень-очень полезны. Нити оказывают эффект до 2 лет. Иногда этот эффект дольше 2 лет, но мы пациентам гарантируем эффект именно 2 года. Даже если вы никогда уже, ну скажем,
будете поклонником каких-то других методов, на ниточке больше, так скажем, не решитесь, но лицо вы свое и улучшите, и сохраните на долгое время. В числе клиентов центра житель Артема Алексей Москвин. Молодой человек рассказывает, что с годами волосы на голове заметно поредели. Именно это и стало поводом его визита к врачу-трихологу. И сегодня он не скрывает восторга. Несколько процедур плазмолифтинга уже дали результат, поэтому лечебный курс намерен довести до конца. На данном этапе моего возраста у меня появилась залысина, которую бы хотелось убрать, потому что, ну, портит мой вид. И я обратился в данный медицинский центр за услугой плазмолифтинг. Искренне надеемся на результат. Врачи-профессионалы результат обещали, и он начинает уже на самом деле появляться. Кожа молодой девушки по имени Александра ежедневно портила ей настроение. Говорит, одолели прыщи. Избавилась от угревой болезни благодаря индивидуальной программе лечения, которую подобрали дерматологи и косметологи медцентра АМИК. К тому же на данную услугу девушка оформила беспроцентную рассрочку и платит ровно столько, сколько стоит процедура. У меня очень много было угрей, очень просто много было. В Испании в основном у меня были именно нос и лоб. Результат, ну, потрясающий. Избавилась от акне. В моем случае 1500 в месяц нет, вообще никак не бьет. Я думала, что это не такие великие деньги. На сегодня число постоянных клиентов центра АМИК приближается к 1000. Большинство из них смело инвестируют в свое здоровье и считают услуги в рассрочку прекрасным шансом позаботиться о своей красоте и здоровье прямо сейчас. У меня были инъекции филлера, у меня была программа антикупероз, то есть у меня краснеет лицо, вот неровности. Теперь я делаю антистресс программу, вот, и настраиваю себя сделать нити. Ну почему выкачивают деньги? Эффект же люди получают. Наверное, это самое главное. Они имеют лицензии, они грамотные специалисты, медицинское образование, что немаловажно, потому что в некоторые центры придешь, а там не всегда покажут эти бумажки. Все процедуры проходят в доверительной и расслабляющей атмосфере. Строго соблюдаются правила гигиены, асептики и дезинфекции. Качество и безопасность процедуры и препаратов гарантированы. Самое печальное то, что отрицательные отзывы связаны только лишь с методами нашей оплаты. По результатам процедур, которые прошел клиент. Потому что наши клиенты все довольны и действительно возвращаются к нам. И не только второй раз, и третий раз, и приводят своих и друзей, и родственников. В принципе, действительно, мы работаем, развиваемся в этом направлении, и мы рады, что нам доверяют наши клиенты. А нам остается добавить, что все отзывы о работе медико-косметологического центра АМИК – это субъективное мнение конкретных людей. Мы лишь даем информацию, а конечный выбор всегда за потребителем. Носки, рубашки, шампуни и прочая парфюмерия традиционно скупается женщинами в преддверии 23 февраля. И даже если такой мужской набор вы решили своему мужчине не дарить, то поверьте, это обязательно сделают его коллеги по работе. А вот вам идея для нетривиального подарка. Вы до сих пор задаетесь вопросом, где купить инструмент в Артеме? Хотите сэкономить время, финансы и быть уверенными в качестве и надежности товара? Тогда записывайте адрес. Улица Вокзальная, 110. Удачный инструмент. Это современный супермаркет строительного оборудования и электроинструмента. Бензопилы, болгарки, дрели, перфораторы и шуруповерты. Сварочное и климатическое оборудование. Генераторы, стабилизаторы напряжения и источники бесперебойного питания. А также товары для сада и огорода. Все это поможет сделать физический труд максимально легким и безопасным. Высококвалифицированные продавцы магазина и онлайн-консультанты на сайте всегда помогут покупателям сделать правильный выбор. Оформить заказ и доставку товара можно и не выходя из дома. Еще в удачном инструменте можно получить карту постоянного покупателя, накопить на нее бонусные рубли и расплатиться за последующие покупки. Удачный инструмент для профессиональных строителей, новичков и любителей. Город Артем, улица Вокзальная, 110. Так называемый хендмейд сейчас весьма активно входит в нашу жизнь. И теперь даже самый роскошный подарок даритель дополняет чем-то душевным, тем, что сделано своими руками. Ведь то, к чему вы приложите свои любящие руки, принесет 100% удовлетворение и вам, и тому, кому вы приготовили подарок.
Здравствуйте. Сегодня мы с вами сделаем небольшую композицию декоративную для защитников Отечества. Из всего этого набора мы сделаем сейчас ароматный и вкусный букет. Вот такой рыбный букетик получился у нас сегодня. Надеюсь, что в ближайшее время мои советы вы используете на практике и порадуете своих близких людей. До свидания. До новых встреч. Обилие праздников и наше стремление одарить вниманием всех своих близких может омрачить только отсутствие желаемого количества денег. В такой ситуации есть несколько вариантов умерить свой пыл и продумать подарки, соизмеримые с вашими финансовыми возможностями. Или попробовать одолжить у друзей и родных в специализированных конторах. Однако, как известно, долг платежом красен. Не забывайте об этом, когда берете взаймы. В срочном порядке оплатить горящую путевку, покупку лекарств или компьютера вам с радостью помогут в компании «Деньги всем». Займ сроком до 20 дней под 2% за каждый легко оформить, имея при себе паспорт. Одно условие – обязательно возраст от 20 лет и наличие работы. Хотя и для тех, кто на пенсии, есть в этой финансовой компании заманчивые предложения. Сниженная процентная ставка. Минимальная сумма займа – 1000 рублей, максимальная – 100 тысяч. Любой займ можно продлить, оплатив проценты. Наши специалисты всегда помогут вам подобрать оптимальный тариф, сумму и срок займа. Никаких скрытых комиссий и страховых взносов. Мы сразу назовем вам окончательную сумму к возврату. Постоянные клиенты с хорошей историей возврата могут рассчитывать также на снижение процентной ставки. Компания «Деньги всем» – это прозрачная система заключения договора и завидная репутация на рынке услуг. Приходите к нам и убедитесь, что получить деньги в компании «Деньги всем» быстро, просто и удобно. Нет возможности взять в долг до зарплаты у родственников? Обращайтесь в финансовую компанию на Кирова 9/1. Папе дрель, маме мясорубку, брату сертификат в спортзал, сыну хоккейный шлем, мужу веник в баню. Или что-то посерьезнее. Так, срочно отправляемся в супермаркет вещей на любой вкус. Там уж точно можно выбрать подарок для всей семьи. И себе что-нибудь. Совершать покупки всегда приятно. А в уютном и красивом магазине приятно вдвойне. Гудмарт – именно такой магазин. Наш магазин первый из сети Гудмарт. На сегодня он единственный, но мы планируем вскоре развиваться и откроемся в других городах. В первую очередь Гудмарт позиционирует себя как магазин товара для комфортной жизни, где каждый покупатель может найти для себя что-то полезное и очень приятное. Например, будь то бытовая химия, канцелярия, косметика, посуда. Обычно каждый находит для себя что-то интересное и полезное. Также в нашем магазине действует лояльная скидочная карта. И при покупке на сумму от 1500 рублей вы можете стать участником розыгрыша, который состоится 2 марта в 14:00. Наше настроение изо дня в день складывается из мелочей, которые нас окружают. Магазин «Гудмарт» делает эти мелочи приятными и полезными для вас.
покупатели сразу оценили преимущества нового магазина. Для души такая вот радость, что у нас в городе появился такой магазин, где разнообразие всяких товаров, хозяйственных, таких украшений маленьких. Вот. И я даже приобрела сегодня маленькую покупку и буду советовать нашим моим соседям, моим подружкам, чтобы они приходили. Очень-очень-очень рада, что у нас появился такой магазин. Улица Кирова, 9/1. Магазинов много, а Гудмарт один. Ну все, краткий экскурс в подарочные места в Артеме вы получили. Редакция программы «Народное качество» желает, чтобы те, кто еще не знает, чем порадовать своих близких в праздники, с нашей подсказкой эту дилемму разрешили. Ну а раз уж сегодня день всех влюбленных, то мы хотим пожелать тем, кто сегодня из-за отсутствия второй половины так и не сказал «душевное люблю», уже в скором времени встретил свою единственную или единственного. Пусть все будут счастливы, обогреты и любимы. До свидания! Благодарим за помощь в организации съемок фотостудию «Эмбер». Город Артем, улица Кирова, 165. Телефон 8 914 719 73 79.